Скажите, пожалуйста, какие этапы подготовки вам пришлось пройти, с какими сложностями вы столкнулись и как повлиял на вас ваш первый полет, что изменилось в вашей жизни? В одном плане точно. Это я очень быстро понял, что разговор о том, что нам нужно беречь свою маленькую крупную планету, это не просто разговор, это не ложь. Это действительно неоднозначная необходимость для всех землян, что все живет на нашей планете. Потому что планета наша действительно очень маленькая и действительно очень крупная. Когда сверху видны вот те экологические катастрофы, которые возникают, те пожары, которые иногда создают руками, собственными руками создает человек, наводнения, стихийные бедствия, понимая, что это очень разрушительно для нашей планеты. Естественно, это все влияет на повседневную жизнь каждого человека, который живет на нашей планете. И поэтому надо всеми возможными способами, доступными способами каждому человеку за это бороться. Знаете, вот я тогда почувствовал, вернувшись с первого полета, что если я иду по улице, бросаю бумажку в мусорку, и она падает мимо урны, у меня внутренняя потребность поднять эту бумажку и бросить в урну, вот, не поленившись это сделать. Это маленькое, наверное, действие, которое, по большому счету, влияет на Землю. Но если это сделать каждый живущий человек на Земле, я думаю, что мы очень сильно облегчим и свою жизнь, и жизнь наших детей, внуков и правнуков. Студенты изучают технику, матчасть, сдают экзамены, сдают зачеты. И вот, собственно говоря, на этом учатся. Дорогие ребята, преподаватели, хочется поздравить вас с важным событием. Это заключительный этапом Олимпиады по ракетно-космической технике. Очень приятно, что такая Олимпиада проводится уже не первый год, и в ней принимает участие все большее количество желающих. Наш университет, военмех, имеет факультет ракетно-космической техники, который осуществляет подготовку по всему спектру направлений специальностей, связанных с ракетно-космической техникой. Это и стартовые технические комплексы и проектирование ракет, космических аппаратов, двигателей, динамика управления полетом. Поэтому вот такой интерес со стороны вас в этих направлениях и специальностях очень важен, особенно в наше время. Хочется пожелать
успехов всем. Вы уже победители, поскольку дошли до заключительного этапа. А со своей стороны мы ждем всех в стенах нашего университета. Наше сотрудничество продолжается уже давно, и результаты налицо. Уже многие выпускники военмеха работают на КБМ. Это флагмане предприятий, которое известно во всем мире. Очень приятно, что выпускники возвращаются и связывают свою жизнь с колонной. Добрый путь. Дорогие ребята, дорогие участники Олимпиады, я хочу вам пожелать в вашем заключительном третьем туре удачи, удачи и еще раз удачи. Хочу пожелать, чтобы те, кто получит приз, поездку на Байконур, запомнил бы этот приз на всю жизнь. И, может быть, этот приз станет толчком вашей будущей профессии. Удачи!